когда давал команду, вот эти два датчика резко загорались. Капля и этот с мусорным мячиком одновременно горели, мигали. И команду не принимал, не печатал. Подозрительный такой звук тоже издавал при захвате бумаги, и все, останавливался. А причина в чем у меня? Вот сюда заходим, вот смотрим, видите, листок бумаги. Сейчас я его вытащу. Это сюда поднимем. И вот он. Вот. Вот этот листок у нас выдавал ошибку при печати. Я его снял сейчас. Вот включил, работает нормально. Вот принтер включенный, работает. Сейчас дам команду. Вот. Кнопки не горят. Вот кнопки не горят. Сейчас посмотрим. Там резкий звук издавал при захвате бумаги. Сейчас посмотрим. Звук будет, кнопки будут гореть или нет. Работает прекрасно. Все. Проблема в этой маленькой бумажке была. Этой маленькой бумажке. Будьте аккуратны. Еще один совет. Если вдруг листок здесь застревает, застрянет у вас, ни в коем случае назад не вытаскивайте его. Только вытаскивайте в этом направлении, сюда. То принтер может сломаться.